жив. Помоги. Мой друг, спаси. Погибаю, мужик. Век не забуду. Ты что, разве не понимаешь? Я же не циркач. Я высоты боюсь. А ты вниз и смотри, смотри на меня. Меня видишь? Тебя вижу. Ну так ведь восьмой этаж, понимаешь? Может быть, МЧС выстрелим, а? Давай. Точно кто-то сглазил. Этаж 13 попался. И муж раньше времени домой вернулся. Вот черт, а. Знаете, это знаю, угрюмый стоит, курит. На 12 этаже тоже не лучше. Собачка Баскервилли бегает. А, курякает. Ну, то есть, что такое вот от Люськи? Ну, тут, я вот только от Люськи вернулся тоже. Муж вернулся, ну что? Ну что? Я оделся, он разделся. Еще по 100 грамм успели выпить. За его первые рога. Ну, а с этим сопьёси, он у него ветвистый. Столько рожищ. Курякает. Господи, птица. Чего вы жрёте? Из-за него на трубе придется висеть. На 12 этаже не лучше он. Собачка Баскервилли бегает. Кто придумал многоэтажки, не знаю. Все красивые бабы должны жить в землянках. Не дай бог, муж раньше времени вернулся. Пару метров чернозема прокопал, уже на свободе. Лучше бы к Веронике пошел. У Вероники все условия. Грудь большая, полуподвал. Муж все время в командировке. А этот... Господи, птица, чего? Пургену обожралась! По соседнему дому он по карнизу мужик ползет. В трусах и в галстуке. Наша форма. Не, новичок, новичок. Весь дрожит, дрожит весь, дрожит. Вот чего дрожать? Шестой этаж. Прыг-скок дома. Ой, сейчас прыгать будет. Ой, сейчас прыгать будет. Сейчас прыгнет. Ну, пошел, парашютист, черт. Давай, пошел. Головой воткнулся. Не, живой. Ноги торчком, значит, живой. Я по себе знаю. Когда ноги торчком, значит, живой. Не, оклемается. Господи, все уже светает. О, дворники пошли, дворники. Метлой машет. Чего машешь? Чего? Прыгать! Чтоб два раза не подметать. О, народ, а! Обозлился народ. Господи, а! И главное, я платочек забыл. У меня платочек дома остался. Из подъяльника сделанный специально. Ну, чтоб планировать. Ох, от Юльки, помню, лечу. Господи, как птица. Платочек развернул, лечу мимо муж ее с торшером. Орал, когда на свои «Жигули» упал. Господи, главное, если платочек у меня был, мне до моего дома два взмаха. Вон мой дом, угол прямо дать. Вон балкон мой. Вон мужик стоит на балконе. Это ж мой балкон. Второй мужик. Третий. Их же кто-то спугнул. Эй, бухай! Слышь? Смотри, вон, мужики столпились. Видел целый взвод на балконе? Ты свидетелем будешь, понял? Чё? Я тут что делаю? Я за женой следю. Чё, почему? В трусах? Почему в трусах? А ты не пробовал 31 декабря на трубе металлической без трусов висеть? Ты куда, мужик? Эй! Домой побежал. Наверное, за инструментом. Сейчас убивать будет. Не, буду прыгать. А чего? Собачка, завтра бухай в командировку улетит. Я тебе колбаски принесу. Принесу колбаски. Ты гавкни на прощание что-нибудь человеческое. Да я полечу. Гавкнула. Полечу я. Чому я не смокил? Чому не летаю?